Прежде чем принять решение о сотрудничестве с той или иной компанией, нужно быть уверенным в ней. Для этого необходимо убедиться в ее легальности. Нужно проверить регистрацию, лицензии, репутацию основателя и их публичность. Как и для многих членов клуба Incruises, так и для меня, решение вступить в клуб было очень быстрым, спонтанным. Просто что-то внутри срезонировало. Да, это мое. Но предварительно было необходимо убедиться в достоверности информации о клубе, сделать проверку регистрации, торговых марок и публичности основателей компании. Так как клуб американский, сайты с документами на английском языке, многие сайты недоступны напрямую, приходилось использовать прокси-сайт. Это потребовало довольно много времени. В этом видео в сжатом формате проверка легальности клуба Incruises. Итак, по порядку. Компания Incruises, a limited liability company, что означает общество с ограниченной ответственностью, зарегистрирована в соответствии с законодательством штата Делавэр 24 августа 2015 года. Компания Incruises провозглашает, что она приняла активную политику прозрачности и преданности своим обязательствам и ведет честное корпоративное сотрудничество, независимо от того, где будет развиваться бизнес. Исполнительная команда Incruises никогда не участвовала в коммерческих судебных процессах, и хотя генеральный директор Incruises является инвестором и предпринимателем в нескольких бизнесах, он никогда не терял ни своих собственных вложенных средств, ни средств своих партнеров. Компаниям для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо пройти регистрации и получить лицензии. Получение некоторых из них – сложный и дорогостоящий процесс. Если компания идет на это, значит ее намерения серьезны и ей можно доверять. Incruises имеет Seller of Travel, SOT, регистрацию и легализацию в следующих штатах – Калифорния, Флорида, Айова, Вашингтон. Для того, чтобы подать прошение в СОТ и получить подтверждение статуса продавца путешествий, владельцы должны иметь безупречное финансовое прошлое. Проверяем регистрацию. Штат Калифорния. Здесь и далее не все сайты будут открываться напрямую, в этом случае мы будем использовать прокси-сайт. Обычно мы выбираем провайдера UC1, возможно, в вашей стране понадобится другой. Флорида. Штат Айова. Штат Вашингтон. Как видим, с регистрациями у Incruises все в порядке. Incruises имеет Dun & Bradstreet регистрацию. Dun регистрация – это своеобразный электронный паспорт, уникальный идентификатор юридического лица. Dun & Bradstreet – старейшее и крупнейшее в Соединенных Штатах Америки коммерческое агентство, основанное в 1841 году, представляющее информацию о платежеспособности и рейтинге компании. Имея доступ к глобальной базе данных Dun & Bradstreet, специалисты могут получить приведенную к единому стандарту информацию о практически любой компании, в какой бы стране мира она ни была зарегистрирована. У Incruises есть свидетельство на товарные знаки – Incruises и круизный доллар. Товарный знак – это обозначение, которое предназначено для индивидуализации товара или услуг и подлежит специальной регистрации. Законодательство предусматривает создание исключительного права на товарный знак. Это право подтверждается свидетельством. Лицо, обладающее правами на товарный знак, имеет право распоряжаться им по своему усмотрению и налагать запрет на использование товарного знака теми, кто не имеет соответствующих прав. Товарный знак является одним из видов интеллектуальной собственности. Как видим, и логотип компании Incruises, и товарный знак «Круизный доллар» имеют соответствующие свидетельства, подтверждающие исключительное право компании Incruises на их использование.
У сайта компании Incruises имеется собственное доменное имя, что говорит о солидности компании, является ее имиджевой рекламой, имеет важное значение для продвижения компании в интернете и обеспечивает защиту ее товарного знака. Дата истечения реестра – сентябрь 2022 года. Самым основным и впечатляющим маркером легальности компании является членство в Ассоциации международных круизных линий – КЛИА. Incruises является ее почетным членом. КЛИА – Cruise Lines International Association – организация международного уровня, объединяющая и представляющая интересы компаний, турагентств и ассоциаций, задействованных в глобальном круизном секторе. Членство в КЛИА предполагает обеспечение высокого качества обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. Основана КЛИА в 1975 году и имеет свои представительства в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии, а также 15 офисов по всему миру, расположенных в Бразилии, на Аляске, в Австралии, Бельгии, Люксембурге, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Северной Америке, Северной Азии, Канаде, Юго-Восточной Азии, Испании, Великобритании и Ирландии. КЛИА представляет интересы следующих категорий членства. Более 50 круизных линий, предлагающих морские и речные круизы. Более 340 исполнительных партнеров, ключевых поставщиков и партнеров круизных линий, которые играют важную роль в успешной работе круизной индустрии, включая порты и пункты назначения, развитие круизного судоходства, поставщиков услуг. 15 тысяч туристических агентств и 25 тысяч турагентов. Круизные компании-члены КЛИА составляют более 95% мирового круизного потенциала и по состоянию на 2017 год обслуживают более 26,7 миллионов пассажиров в год. КЛИА занимается благотворительными пожертвованиями на очистку океанов, выделяя на это ежегодно 10% от миллиардного товарооборота. Информацию об очистке океана можно найти на этом сайте. Компания Incruises также участвует в этом благотворительном проекте. Информация об этом есть на сайте Incruises в разделе «Наши примеры». А также Incruises участвует в проекте «The Make a Fish». Это фонд помощи больным детям. А теперь убедимся в том, что Incruises действительно является членом КЛИА. Для этого заходим на сайт Incruises и в разделе «Seller of Travel» находим номер регистрации в ассоциации КЛИА. Далее идем на сайт КЛИА и проверяем регистрацию клуба Incruises. Как я уже говорила раньше, жители не всех стран могут напрямую зайти на некоторые американские сайты. Например, для жителей России и Украины на сайт КЛИА можно зайти только через прокси-сайт. Вот таким вот образом. Датой регистрации Incruises в КЛИА является январь 2016 года. И вы видите, что Incruises является действующим активным членом КЛИА. Репутация и публичность основателей и руководителей компании. Основателем и генеральным директором компании Incruises является Майкл Хатчесон, предприниматель, инвестор, финансовый адвокат, писатель, человек с репутацией международного лидера, вице-президент Тони Робинса по международным продажам и маркетингу, ведущий веб-ТВ-шоу Credibility Live, автор бестселлеров Speaking Mastery, Stop It, Profiles in Persistence. Он имеет эксклюзивную команду, построенную на опыте совместного руководства, опыте путешествий, личным участием в развитии маркетинга и бизнес-операции и более 15 лет специализирующийся на финансовых операциях. Майкл Хатчесон – очень известный публичный человек, как в прошлом, так и сейчас. Это невероятно добрый, внимательный и позитивный человек. Человек, создавший не просто бизнес, а давший удивительную возможность людям обрести финансовую свободу. И бесценный подарок – возможность увидеть весь мир абсолютно бесплатно. Это сайт Майкла Хатчесона.
Это статья о нем. А это, вы видите, на Амазоне продаются книги бестселлер Майкла Хатчесона. Несколько видеоотрывков с участием Майкла Хатчесона. Michael Hutchison, the author of Speaking Mastery and Stop It, 7 Mistakes to Avoid When Starting Your Relationship Marketing Business. This is my third book, and I'm honored and grateful that you... Michael Hutchison! So my name is Michael Hutchison. And there are lots of Michaels that you'll meet, but I have a nickname, and my nickname is Hutch. How many of you had children? I know Alex asked it earlier. How many have children? All right, Mr. let me Mayor, ask a better question. On this day in 1994, South Africans chose Madiba, the late beloved Mr. Nelson Mandela, as your country's first prime minister. I am so pleased to have Mari Smith, a leading social media marketing expert, on today's show. На этих фотографиях вы видите Майкла Хатчесона с известными людьми. А на этих с членами клуба Incruises, с которыми он проводит очень много времени. Майкл Хатчесон ездит по разным городам и странам, в которых созданы команды членов клуба Incruises, проводит презентации, обучает, вместе с инкруизовцами отдыхает в круизах. У Майкла Хатчесона 4 детей. Он хочет подарить им бизнес, в котором они могли бы часто встречаться. К этой фотографии на своей странице в Фейсбуке Майкл Хатчесон сделал такую запись. Помни, отличное воспитание лидерства не в том, чтобы продвигать себя. Речь идет о продвижении вашей семьи и команды. Добро пожаловать в круизный клуб Incruises.